В столичном аэропорту показали, как готовят еду для полетов. Астанинский комплекс бортового питания в этом году модернизировали. Теперь в цехах с новейшим оборудованием за сутки готовят до 5000 порций. И это, по словам поваров, еще не предел. Качество обедов и завтраков уделяют особое внимание. Тем более, что услугами комплекса пользуются и зарубежные авиакомпании. Мой коллега Руслан Идрисов приготовил несколько порций для рейса Астана-Лондон и готов показать нам, как готовая еда попадает на борт самолета. Мы готовим очень вкусно, чтобы пассажиры летали нашими авиарельсами. От легкого овощного салата до филе красной рыбы. Здесь же плов, манты и национальное хазе. И это не блюдо для банкета. Международный аэропорт Астаны презентовал новое меню. Работают повара теперь в новом комплексе бортового питания. Он оснащен современным оборудованием, и за сутки при необходимости здесь могут приготовить до 10 тысяч порций. У нас расширился ассортимент блюд, намного расширился. Но опять-таки мы проводим, каждый год же проводим презентации. Вот, и опять это тоже по желанию компании. То, что компания выбирает, то мы и готовим. Авиакомпаниям, которые пользуются услугами комплекса, одна обеденная порция обходится от 2,5 до 5 тысяч тенге. Обед в меню бизнес-класса оценивают в 7 тысяч и выше. Здесь, в фасовочном цехе, формируют порции. К примеру, сейчас готовят обед для рейса Астана-Лондон. На готовые блюда обязательно ставится сегодняшнее число. И уже готовая порция отправляется в контейнер, который поддерживает специальную температуру, не давая продуктам испортиться. Ну и с помощью таких вот грузовиков, или как здесь их еще называют, автолифтов, уже готовую еду отправляют прямо на борт. Перед этим на каждый ящик наклеивают специальный талон с номером рейса. И здесь уже важно ничего не перепутать, иначе пару сотен человек могут остаться без обеда в полете. Еду на борты самолетов Астанинский аэропорт поставляет уже 45 лет. Когда-то в меню входили только кофе и бутерброды. Первая необходимость создания нового КС – это, естественно, рост пассажиропотока. Это с одной стороны, потом, естественно, как говорится, мы прекрасно понимали, что нам нужно развиваться, нам нужно расширять ассортимент. Рассматриваются разные направления бортового питания. Детское, для чартерных мероприятий, там, значит, халал. В ближайшие месяцы услугами Астанинского комплекса начнут пользоваться еще больше зарубежных компаний. За год гастрономические изыски смогут попробовать до 3 миллионов человек. Руслан Идрисов, Айджан Отызбаев, Хабар.